А зачем? Вы должны быть в маске, масочный режим. Женщина, вам ничего не должны. Обслужите покупателя. Я без маски обслуживать не буду. Руководителя позовите. Администратора на кассу. Как вас зовут, ваш бывший? Меня зовут Бигзот. Как? Бигзот. Бигзот? Бигзот, да. Бигзот? Да. Это фамилия, имя? Это имя. Имя, фамилия как? Фамилия Мергаилов. Мергаилов? Да. Сошлитесь на нормативный документ, на основании которого вы отказываете. Пусть представится сначала, кто они. Все. Нажали? Мы покупатели. Нет, нажимайте. Вылезай здесь, пожалуйста. Вы будете обслуживать? Нет, без маски нет. Точно не будем. Основания какие? Основания? Масочный режим, постановление самого Путина. Серьезно, что? Да. Вы сейчас клевещете на президента? Почему это? Есть уголовная статья за клевету. Я не клевечу. Нет. Клеветой я не занимаюсь. То есть вы хотите сказать, что Путин издал какой-то нормативный документ на эту тему? Конечно, масочный режим. При входе на дверях написано. Женщина, смотрите, мы отцитовали публичную оферту. Алло. Товар вот я вам предъявляю на оплату. Я без маски обслуживать не буду. Значит, я зафиксировал отказ. Хорошо. Сейчас я со своим товаром проследую туда, куда я хочу. Нет. Смотрите, я сейчас пойду, возьму такую же бутылку и также ее открою. Я вам скажу, что эта бутылка полиция уже открыта. Полиция, знаете, существует еще знаю, полиция. Да. Есть кнопка. Вызова. Значит, женщина, полиции. Вы сейчас совершили самоуправство, вы забрали мой товар. Нет, я не совершала самоуправство. Вы сошлитесь на нормативный документ, в идеале покажите, на основании чего вы нарушаете постановление правительства Российской Федерации. А именно правила розничной торговли. Он 10-й. Будете забирать или еще одну бутылку возьму? Это ваш вы этот. Это моя. Да. То есть правильно я вас понял, вы отказываетесь принять оплату за товар? Я отказываюсь принимать, да. Все, спасибо большое. Тогда я с вами заканчиваю на данный момент беседу. Администратор, будете записывать мои данные? Не, не буду записывать. Почему? Ну потому что уже наряд едет, ждем буквально. Ну так чтобы они знали, кого искать. Да, не будут они искать. Конечно, не будут, потому что вы нарушаете права потребителей. Нет, не мы. Почему мы нарушаем? Значит, я специально для видеокамеры говорю, запоминайте, Мамаев Владимир Владимирович, запомнили? Путина знаете, как зовут? Вот Владимир Владимирович. Да видели мы вас уже в интернете, видели, да. Прекрасно, прекрасно. Мы к вам теперь придем сюда просрочечку искать и посмотрим, как вы это соблюдаете санитарные нормы. А то вы масочки на людей надеваете. Ждите нас. Всего хорошего. Бутылку поставьте на небо. Я ее приобрел, вы деньги отказались брать. А вы кто? Вы кто меня трогаете? Вы кто меня трогаете? Вы выходите без оплаты товара. Вообще у меня товар. Мимо кассы без оплаты товара. Вы кто? Прошу оплатить товар. Я не знаю. Так я готов оплатить, почему не хотят деньги? Оденьте маску, как и все. Так я же вам отказал, что я не буду одевать маску. Почему? Да без почему? Без почему? Просто не хочу, понимаете, это мое право. Запрошено. Это мое право. Ну, справа, все, ждем. Вы что, будете ко мне силу применять, что ли? Ну, придется. Если придется? Да, потому что вы это забрали, не без оплаты. Я не угрожаю, я просто прошу. Да по спасанию тогда. Если уголовку, то по спасанию. Ну, вы же даже не охранник, насколько я понимаю. Ну, ничего страшного. Еще раз представьтесь полностью, как вас зовут. Сотрудники, контролеры, кассиры. Еще раз представьтесь, как вас зовут. Бигзот. Меня зовут Бигзот. Полностью. Мергаипов, Бигзот. Я же не буду с вами драться, правильно? Или вы хотите со мной подраться? Ну, я на работе, к сожалению. Если без работы, ну, это в другое дело. А вы хотите без работы со мной подраться? Да. Я на кассу пришла? Да, пожалуйста, сидите. Серёна, что? Вот это вы хотите? Ну, я на работе, как бы не могу с вами подраться. Если бы ты хотел подраться, я бы давно уже это сделал. Ну, вообще, поздравляю вас. Я сюда пришел именно для того, чтобы... Наконец-то. Для того, чтобы вынести просто без оплаты товар или что? Нет, я же вам говорю, я вам деньги предлагаю. Ну, оденьте маску, как все. Да я не одену маску. Вы думаете, нам охота в маске ходить с утра и до вечера? Так не ходите. Не ходите. Я вас что, заставляю? Вы не заставляете.
Закон. Лично я вас заставляю что-то делать? Володин говорит закон, надо объяснить. Так и вы меня тоже не заставляете. Хорошо? Ну да, это закон. Ну просим, не заставляем вас, не просим. Даже на кассе есть маски. Так понимаете, между просим и заставляем. На кассе есть маски, они могут вам предоставить просто даже бесплатную маску. Покажите, какие маски у вас на кассе. Нет, давайте исходить из того, что я в любом случае маску не одену. Ну покажите, какие у вас маски есть. Обычные, пойдем. Оказывается, тут бесплатно предлагают. Вам предлагали, да? 10 штук купите. 10, а 10 штук упаковка, 10 штук. Так вы сказали, что бесплатно. Вот такая 5 рублей. Так бесплатно или за деньги? 5 рублей. А, за деньги, да? Да. За деньги. Ну так тогда. Так. Тогда это вы мне не предлагаете. Вы вымогаете. Я не вымогаю. Вы покупаете. Как это? Я маски не покупаю. Я купил водички. Жарко на улице. Вы не купили водички. Ну как не купил? Ну, так, я акцептовал публичную оферту. Вы мне бесплатно даете? Да, маску, да. Одну штучку. Граждане, товарищи, бесплатно дают масочки. Предлагаю всем сейчас взять бесплатно масочку. У кого нет маски, да, мы даем по одной маске. Женщины, берите маски бесплатно. Добрый день, я здесь. Вы сказали, что сотрудников полиции вызывали. Ну, я сейчас наряд вызову полиции, что придет. Добрый день. На всякий случай ведется видеозапись. Для чего? В целях моей безопасности. Чего вы боитесь? Ну, на данный момент пока ничего не будет. Вроде все в рамках разумного. Значит, объясняю ситуацию. Я являюсь общественным деятелем. Мне поступила жалоба, что в этом магазине кассиры отказывают продавать продукты питания, если у покупателя нету маски. То есть нарушают указ президента номер 316. Также нарушают постановление правительства Российской Федерации, а именно правила розничной торговли, пункт 10. Ну и так далее. Много-много нормативных документов, которые это нарушают. Соответственно, я публичную оферту акцептовал, товар стоит в открытом доступе, и я даже его употребил. Значит, первую бутылочку у меня забрали, я вынужден был открыть вторую бутылочку, напить. Деньги не берут. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать? Я как бы от оплаты не отказываюсь, смотрите, настаиваю. Мы будем делать так, то есть, если вы будете вызывать полицию, да? Да. То есть мы как бы вас задерживаем здесь. Право. Покажите удостоверение. Не в открытом виде. Я представлю. Не в открытом виде? Не в открытом виде. Покажите мне эту статью. А чем вы докажете, что вы сотрудник охраны? А личные данные, да? Ну, фамилия, имя, отчество, что у вас 5 лет действует. И статья охраны детектива. Федеральный закон вас обязывает по требованию граждан предъявить удостоверение частного охранника. Кому? Там написано, статья 12.1, вы обязаны знать. Вы не позорьте свою организацию, в которой работаете. Я не позорю, дорогой, я никого не позорю. Не надо со мной, дорогой, меня зовут Владимир Владимирович, можно по имени обращаться. Да, дорогой, уважаемый, не надо. Я хочу к вам тоже по имени отчеству обращаться. Как вас зовут? Эдуард Борисович. Эдуард? Борисович. Эдуард Борисович. Ну, вы уже почти показали свое удостоверение. Покажите, что оно у вас не просрочено, что оно у вас действующее. Покажу только в присутствии полиции. Хорошо? Эдуард Борисович, то есть вы нарушаете, правильно? Я? Нет. Я ничего не нарушаю. Почитайте еще раз эту статью. Так, сошлитесь тогда на норму права, на основании которой вы меня будете задерживать. Задерживать? Ну, только что сказать, что будет меня задерживать. Так, здесь, да, до приезда полиции, для передачи. Полиции. Норму права назовите. Для чего? В смысле, ну вы меня ограничиваете. Зачем? Вы ограничиваете мою свободу передвижения. Это есть уголовная статья за это. Называть, да? Вы на данный момент не представились? Это факт. Я показал удостоверение. То, что на вас есть, показали. А вы не показали содержание этого? Не форма. Зачем форма? Так это то же самое. Почему? Так, сотрудник, вы вызвали кого-нибудь или что? Мы будем так, будем лялять на поля? А? Полиция уже вызвана. Да? А, вызвал, да? Да, конечно. Давай посмотрим, у вас есть же интернет, да? Конечно. Ну ладно, мы тогда пока просрочку погуляем, посмотрим, вы можете уход оставить. Роспотребнадзор, который вообще не разрешите штрафовать на этот вопрос. Знаете, я вам так скажу. Ты немножко не тем делом занимаешься. Пора уже извиниться, отменить вызов и пожелать мне всего хорошего. Это я тогда тебе оставлю на утилизацию без вызова полиции. Давай решай, у тебя есть время. Можешь посоветоваться. Сейчас позвоню своим руководством. Давай, звони быстрее. Наряд сейчас отменю. Извините, при вас могу утилизировать этот товар. Значит, смотрите, вот эту бутылочку я готов оплатить. Та бутылочка открытая, которая побывала у вашего продавца, она уже за нее сама заплатит. Но в любом случае, вы не пробьете без маски, я оплачу, ничего страшного. Это ваша проблема. Если будет в идеале, вы скажете это на видео. Нет, не хотелось бы. Не хотелось бы, да? Так, ладно, выявили, значит, мы просрочку в магазине.
Они на нас масочки, мы на них просрочку. Так, у нас сыр президент 4.08. Детское питание. Значит, срок годности у него закончился 7.08. Сегодня у нас 7.08, то есть до 7. И тут от 7. Ну, короче, вот получается Активия и Абуша. И сыр президент.